Для того, чтобы современная молодежь узнала о деталях арктической экспедиции по Северному морскому пути на пароходе «Челюскин», о гибели судна и о том, как легендарные летчики спасали людей, сотрудники Молоковской библиотеки организуют серию мероприятий, которые посвящены 90-летию завершения операции по спасению экипажей и пассажиров. В проведении встречи принимают участие члены общественного комитета «Челюскинцы». Сам комитет был создан с целью увековечения памяти о героях-челюскинцах и празднования 90-летия. На мероприятии присутствовала Елизавета Коробкина, внучатая племянница героя Советского Союза Василия Молокова, а также кинорежиссер и руководитель проекта «Неизвестный герой Севера» Борис Дворкин. В рамках нашего проекта мы показываем документальные фильмы из истории освоения Арктики. И у нас есть права на показ фильма о Челюскине, который был создан в 1934 году, снят во время похода Челюскина, во время спасения. Минус 40, ветер, кабины открыты, до материка 150 миль. 5 марта Лебедевский вывез из лагеря детей. Школьники были впечатлены подвигом летчиков. Они старались как можно больше людей перевести. Ну, для меня это очень большой подвиг. Они жертвовали своей жизнью и не боялись даже. В рамках мероприятия организована передвижная фотовыставка комитета «Челюскинцы», которая посвящена первым героям Советского Союза. Она будет работать в Центральной библиотеке до 24 марта. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.